Закрепите монтажную нить на цевье. Для изготовления хвостика смешайте коричневый и гризли петушиной бородки. Отметьте необходимую длину хвостика и закрепите его на цевье. После закрепления отрежьте лишнее и замотайте отрезанные кончики нитью. Для изготовления крыльев возьмите два пера из скальпа курицы и удалите лишние бородки снизу перьев так, чтобы длина участка пера с бородками равнялась длине цевья. Возьмите перья в правую руку и закрепите их на цевье на расстоянии 1/3 длины цевья от колечка. После закрепления отогните перья назад и сделайте небольшой бугорок у их основания. После этого они будут располагаться вертикально. С помощью монтажной нити разведите крылья немного в стороны. Нанесите на нить немного даббинга и намотайте тело мушки. Если длины даббинговой нити не хватило, добавьте еще немного даббинга и продолжите формировать тело. Для изготовления ёршика возьмите два петушиных пера, коричневый и гризли, и закрепите их впритык к телу мушки. После закрепления перьев отведите монтажную нить к колечку крючка. Затем наматываем оба пера сразу на цевье. Сделайте один оборот перьями за крыльями и один перед ними. После этого закрепите их у колечка. После закрепления, не трогая перьев, намотайте маленькую головку. Затем отрежьте лишнее и сделайте завершающий узел. По необходимости поправьте петушиные бородки и крылышки. Все, мушка готова.